Еще пошел клевать. Непонятно, как-то слабенько долбит. Длинное сало одел, такое вот отрезал тоненькое. И на него вот поклевочки участились, ребятки. А мормышка у меня стоит, муравей. Не блесенка какая-то, а просто муравей. Желтый муравей. Но это не имеет значения, какой цвет. Просто она у меня более увесистая такая. И не легкая, и не тяжелая. Вот она у меня стоит. Ну, сегодня трофейный ротан, кстати. А мы его здесь замерили, я что-то не помню, друзья. Сейчас подождите, я достану его. Я его достану, у меня в ящике. Смотрите, друзья. Короче, с горелкой с моей. Вот, с горелкой сравним. Смотрите. Горелка. Смотрите, по толщине горелки. У него хавальник. Видали, какой хавальник, ребята? Вот. Так что за таких ротанов, я думаю, нужно ставить лайки. Вот. Смотрите. Хавальник у него, во какой. Он во всю вот эту длину. Если сегодня у меня вот такие вот были ротаны, как бы вот посюда, то сегодня этот вот как. И по толщине прям хороший. Вот таких, друзья, надо ловить и вот такие лайки ставить. Смотрите, прям хавало какое. Ё-моё, у него в жабрах потерялся. Пальцы застряли. У него во хавальник какой. И рот, смотрите, прям монстр. Друзья, вот таких монстров мы ловим здесь. Вот. Смотрите, сегодня я самого большого достану, который попадался сегодня. Вот этот вот. Смотрите. Вот этот ротан. Вот. По сравнению. Вот, смотрите. И вот этому он в хавальник только так залезет. Смотрите. Сейчас, стоп. Он его захера... забубенит. О,